Луна – естественный спутник Земли, который вращается вокруг нашей планеты. Лунный грунт на поверхности представляет собой смесь минералов, камней, пыли и рыхлых пород. Лунная почва отличается от земной, поскольку не имеет органических веществ и воды. Она состоит преимущественно из кремнозема, оксидов железа и титана, а также других минералов, например, антаразита. Рыхлая структура лунного грунта и отсутствие влаги делают его непригодным для сельского хозяйства и жизни, как на Земле. Когда-то научное сообщество лишь грезило о высадке на Луну, имея возможность лишь разглядывать ее при помощи телескопов. Поэтому удавалось получить информацию в основном о ландшафте. Например, разглядеть горы, пропасти, равнины и кратеры. Вот я как раз, как ни странно, в ближайшую неделю знакомился со статьями зарубежными по реголиту лунному. Очень много работ, и все работы посвящены, как его использовать. То есть вообще идеи какие? Использовать его для строительства. То есть взять эту пыль и сделать из него какие-то комплектующие для приборов, какие-то кирпичи для будущих построек, которые там могут быть. Прошло 63 года с первого полета человека в космос. Это событие стало значимым не только для СССР, но и для всего человечества, поскольку открыло новую эру исследований космоса и космических полетов. Тогда научное сообщество стремилось исследовать возможности человека находиться в космическом пространстве и адаптироваться к невесомости, а также проверить технические способности и безопасность космических кораблей и продемонстрировать технологические и научные превосходства Советского Союза в освоении космоса. На сегодняшний день страны преследуют другие цели. Они заинтересованы больше в экономических выгодах, которые могут получить путем добычи полезных ископаемых и ресурсов. Экономически, конечно, выгоднее, если насчет построек говорить, использовать просто скалистые какие-то там образования на лунной поверхности опять-таки. Возможно, ископаемые на Луне могут включать в себя полезные минералы, редкоземельные элементы, воду и гелий-3, который потенциально может быть использован в ядерной энергетике. Однако для успешной добычи и использования этих ресурсов необходимо разработать соответствующие технологии и инфраструктуру на Луне. Резеда Каримова, Николай Суховский, Универ Новости.